Уважаемые абоненты, информируем вас, что с 31 августа 2011 года ОАО «Свердловская энергогазовая компания «Расчетный центр» изменила свое наименование на ОАО «Расчетный центр Урала». Обращаем ваше внимание, что все остальные реквизиты остались прежними. По всем вопросам, интересующих вас, можно обратиться в наше представительство по адресу улица Хохрякова, 35, или по телефону 220077. Дополнительно сообщаем вам, что 1 сентября расторгнут договор по сбору платы за электроэнергию с ОАО «Свердловэнергосбыт». Рекомендуем всем потребителям оплачивать данную услугу в сберкассах или в почтовых отделениях. Дополнительно информируем жителей южной части города Полевского, частного сектора, что с 1 сентября 2011 года кассы представительства не принимают платежи по квитанциям «Свердловэнергосбыта». Оплату вы можете провести в отделениях и филиалах банков и в почтовых отделениях.